мы за повышение тарифов. А ничего-то, что тарифы каждый год повышаются, а? А ничего-то, что тарифы, цены на билеты повышаются. А вы за повышение билетов, а? Вы за... Да бог упаси, бог... Ты смотри, что делает, а? Вот такие волосы золотые, посмотрите, не верю. Я не знаю. На твое усмотрение, да. Ой, ребята, он треснул. Ты смотри, блин, бросается за социальными картами, ё-моё. Просто с одной стороны в другую просто бросается. Паспорт не давайте паспорт. Просто идите на выход. Полицию. Женщина, идите на выход, оплатить проезд. Женщина, идите на выход. Вы что тройку зажали, а, чужую? Тройку верните, а. Да не давайте паспорт, Паспорт забирайте свой. Забирайте паспорт, вон, блин, тело совсем охамело, тройки зажимай. Тройку верни, слышишь, ты что удерживаешь чужие документы, а? Тройку вернула, тебе говорят. Паспорт вернула. Совсем охамела. А зачем? На каком основании? Совсем охамела. Тройку возвращай, а! Совсем охамела, блин. Офигела, блин. А, это что? Вот, блин, какая. Полицию срочно! Полицию убивают! Полицию срочно! Вот. И вы тоже, кстати, молодец. Тоже молодец. Вот тоже, вот молодец мужчина, вот тоже. Респект ему. Давай снимай, ё-моё. О. Нормально получается, а? Давай тыкай своим вонючим телефоном. Чё, нормально получается, а? Нормально получается, а? Давай вот друг друга поснимаем. А? Тыкать, блин, своим вонючим телефоном, блин. Чё, нормально получился, а? Ну-ка, давай, куда отсылаем? Ну-ка. Вот, ребята. Ну-ка, давай, куда отсылаем? Покажи, куда отсылаешь хоть. А я вам давал разрешение меня снимать, а? Куда отсылаешь, а? В какой чат отсылаешь мое изображение, а? Трещева, а? Вон, блин, какая нагленькая. Серега, блин. Чё ты ее хвалишь, а? Она берет документы, забирает. Вон, блин. О, давай в чат, срочно в чат. Чат, срочно, блин, вот, ребята. Равочкин. В чат, ребята, в чат, срочно. Вот, в чат. Ну-ка. Вон, в чат отсылаем. Все. Пора смять. Вот оно, тело ходит, блин. Паспорта, билеты отжимает. Ё-моё. Вопрос. В магазине тоже пассажирам советуете воровать? В магазине тоже советуете в магазине воровать? Вы за воровство?
вы... А вы за повышение тарифов? За воровство? А ничего то, что тарифы каждый год повышаются, людям а? А ничего то, что тарифы, цены на билеты повышаются? Вы за воровство? А вы за повышение это билетов, против а? Вы за... Федерации. Вы против правительства Российской Федерации. Да боже упаси, боже упаси. Да? Вы за фашистов? Да боже упаси, вы какие фашисты, ё-моё. Вы советуете магазины воровать? Вы советуете людям воровать? А что цены повышаются, а? Я задаю вопрос, ответьте. Вы советуете людям воровать? Ну люди живут как могут, выживают как могут, а? Вы за воровство? Нет. Вы за воровство? А вы за воровство? Вы что билет воруете, вы а? Вы что паспорта воруете, а вы за воровство? Вы за воровство? Вы за дружище? Нет, а вы нет. Вы за убийц, может, тоже заодно? Вы советуете людям воровать в магазине? Вы в магазине то же самое делаете? Нет. Вы за воровство? Смотрите, воровство. Вы за воровство? Какое воровство? Вот это то же самое воровство. Значит, вы извините, затакаете? Но с точки зрения это не воровство. Это... Вы затакаете преступников. Вот, ребята, трэш-контент, блин. Воровство? Какое воровство? Вот, ребята, в поисках Олега, блин. Ой, бля. Паспорта не воруй, а! Тройки не воруй, а! Ты чё тройки воруешь, а? Вообще зажала тройку в руках, еще и паспорт зажала, не отдает. Ты чё паспорт... Паспорт нечего зажимать, а? Тоже воровство, кстати, тоже уголовная статья, между прочим. И согласно вашему внутреннему регламенту, запрещено вам брать в залог чужое имущество, а? Ты свой регламент сначала изучи внимательно. На сайте, там, московского метрополитена, не, ну, МОСРУ написано, что вам запрещено делать. Вообще, ребята. Я не здесь хватаю, так, номеров у нас 266. Не давайте им документы, не давайте паспорты. Они вас не могут задерживать. Они вас не могут задерживать, не давайте им никакие документы. Не давайте им документы, они не имеют права вас задерживать. Ты смотри, что делает, а? Ты смотри, что делает, а? Ты смотри, что творит, а? Уходи, 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 иди, 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 все, беги. Обалдели совсем уже, блин, здесь. Обнаглели, блин. Я еще раз вам говорю, ждем полицию. Мои руки у меня в куртке. Женщина, вы нормальные? Отойдите от меня. Пустите. Сейчас я полицию ждем. Ждем полицию. Пустите меня. Видите, ждем полицию. На каком основании? Руки уберите от меня. Руки уберите от меня. Руки уберите от меня. Сейчас пойдем, я буду руки побои снимать. Вы будете нести. Я сейчас нести. Тоже буду побои. Какие побои? Какие побои? Толкайся ты! Толкаешься, ты быдло. Полицию, вы пошла нахуй, вам надо помощь. Что еще раз? Что руками трогаешь, а? Ничего, что руками трогаешь людей, а? Я что-то не, понять не могу. Социальные карты собственных рук давайте. И собственных рук социальные карты. И собственных рук. Вот, ребята. Венгерова, классная прическа. Какого парикмахера посоветуешь? Вот, все. На будущее паспорт им не давайте. И собственных рук предъявляйте. Вон, блин, готовы вырвать социальные карты. И прямо из рук вырывают. Прямо из рук банковские карты вырывают, ё-моё. И собственных рук предъявляете, и собственных рук. Вот, и собственных рук. И собственных рук предъявляете.
Вот. Вот. Вот оно. Вот оно существо, ребята. Вот зацените. Вот оно это. Блин, вот. Кроме, собственно, куртку вырывает. Вот он, этот баба-мужик. Бла-бла-бла, штрафую за безбилет, бла-бла-бла, я жирная. Мне некуда идти. Раньше работала учительницей по физре. Сейчас я штрафую людей. Раньше за маски штрафовала. Вон. Вот зацените, ребята. Саничева прячется за столбом. Свина. Оформила двух гастеров. Сейчас пойдут, небось, на перерыв. Из собственных рук. Предъявляйте собственных рук. Ты что из рук вырываешь, а? Шаничева, из рук не вырывай. А то любят. Взяли моду из рук вырывать. Вот как и это существо. И рот вырывает из рук. За что леща отхватило. О, щечка-то красная. Венгерова. А, щечка-то красная. Вот какие роликсы золотые. Посмотрите на нее. Вы не знаете, что такое мужчина? Кто-то оставили. Я не знаю. Может, без сходства. Может, это бомба. Может, это бомба С4. Может, надо ее обезвредить. А? Хорош прикалываться в самом-то деле. Почему? Вы это нарушаете. Вы сколько вы толпами пробегаете тут? Успокойтесь. Мы толпами пробегаем? Толпами? Ну что, если она при этом сам как дал бы тебе в лоб сейчас? Давайте лучше ей дайте в лоб, потому что она вообще людей до слез доводит. А сколько вы толпами пробегаете? Толпами, толпами. Саничева, кстати, а что ты говоришь, что с нами мерзко общаться? Ты ж любишь конфликты, Саничева. Твой сын говорит, что ты любишь конфликты, а, Саничева. Все, вот они. Олег, щечка болит, нет? Щечка болит, Олег. Как твой человек зовут Олег? Просто он мне ни разу не представлял. Да мне тоже не представлял. Мне тоже говорят, что ее зовут Олег. Или его. Или его. Ну, ты только... себе пресс-конверал, да, не показывай? Ну, или только станешь снять, проверить. Что... Мальчик или девочка? А, маму. Этого человека маму Олег зовут, да? А. Не этого человека конкретно, а другого там какого-то. Который вот сейчас вниз пистил. Вот оно все. Щечки-то красные. Щечка болит, Олег, а. Все, давай, на перерыв, Олег. Манат. Собираем манатки и сваливаем отсюда. Моя мать Олег. Знаешь. Что это мы там делаем, а? Что, бутылки собираем? Бутылки сдаем, Олег. Бутылки сдаем, Олег, а? Вот оно, Олег. Существо, блин. Человек-легенда, человек. Свино-миф, блин, а? Все. В конуру забежало. Итак, ребята. Прическа Олега. Вид сверху. Вот. Вот так выглядит прическа Олега сверху. Вот, лицезрите. Врачки, как всегда, да. Олегу, да, надо много жрать. Ему это полезно. Вот. Ну, что сказать. Классная у него прическа. Вот. Прежде. Да ты чё? Мне тоже один бородатый угрожал выцепить, убить. Да я не буду тебе угрожать. Я тебе просто пырну пару раз. Да ты чё? Давай, приступай. Чё ты? Да ты чё, блядь? Ну давай, приступай, что ты такой, а? Не мужик, что ли? Давай, мужик сказал, мужик сделал. Пырнет вон меня. Был бы ты мужиком, был бы другой, но...
Да ты че? Ну давай, рискни, блин. Вы обещали пырнуть вроде, будет или нет? Не буду, я тебя трогать. Зачем? Его пырнуть вы обещали. Я ему что сказал, воткнуть, но не пырнуть, бля. Вы хоть головой слушайте, бля. Теперь. О май гад, о май гад, сколько вас тут? О май гад, раз, два, три, четыре, пять. Еще и зелень тут, ё-моё, ребята, Каховская. Выход... Выход к автобусам КМ. Вот, ребята, сколько их тут. Ё-моё. Раз, два, три, четыре, пять. Пять штук. Александр, ну чё решил? Воткнёшь или пырнёшь, а? Воткнёшь или пырнёшь, Александр? Воткнёшь, принёс, Александр. Ну, а есть чем воткнуть. На твое усмотрение, Саш. Воткнуть тебе разок. Ой, ребята, он трэш, просто трэш. Заработать хочешь? Ты же хочешь заработать, Александр? Там говорил моему знакомому-то... Чё? Чё? Да нет. Чё-то не понял. Чё-то не понял, что он сказал. Ой, ребята, трэш. Ё-моё, сколько... Не, ребята, чтоб не заметить за турникетами такую арабу контролёров, но это, блин, это же надо быть реально слепорылым, блин. Блин. Блин, вот посмотрите, просто рассредоточились по всему, по всей лестнице рассредоточились, ребята. Ой, блин. Блять, ребята, просто... Ё-моё, еще один, одна на подходе. Ё-моё. Ой, блин, ребята, просто... Чё, да контролёры, блин, вот рассредоточились по всей лестнице, блин. Проверяют билеты там, социалки. Этот вообще спрашивает, что решил, воткнёт или пырнёт, блин. Он... Да-да, как же. Эй, блин. Вот этот вообще очень, блин, гардый чел, блин, угрожает воткнуть, прыгнуть. Вот там вот на Киевской тоже угрожал. Ой, блин. Так веселый чел. Ой, блин. Ладно, Сань. Подумай, что решил, воткнёшь или пырнёшь. Я пошёл, всё. Ладно, Сань.